хотя они и наши страны, но также и на политические процессы, происходящие в нашем регионе. Сегодня мы осознаем многие экономические и политические процессы в регионе. Мы не собрались здесь дружить против кого-то, мы собрались работать конструктивно, сотрудничать, продвигать взаимовыгодные проекты, обеспечить максимальной степени наши внутренние потребности, наши интересы. Тем более, что, как уже было сказано, сегодняшний этап становления и развития организации – это начальный этап. Несмотря на то, что 10 лет прошло с момента создания организации, но как реальная организация начинает действовать сегодня, тем более в ситуации, когда в нашем регионе, Каспийско-Черноморском, возникают совершенно новые реалии. Но мы тоже не можем бесконечно говорить о принципе старшего брата, младшего брата или сестры. И мы идем в те международные организации, работаем в те организации наша страна, где есть интерес нашей страны, где есть приоритетное ее направление развития. То, что энергетический фактор не будет доминировать.